Thank you.
Эй, куда это ты прешься? Прим закрыт для посещения. Город захвачен преступниками, сбежавшими из тюрьмы, что дальше по дороге. Жители или убиты, или попрятались. Вдобавок тут еще орудуют две банды рейдеров. Тебе стоит вернуться в Гудспрингс, если шкура дорога. Мы бы с удовольствием, но они не под юрисдикцией НКР. А даже если бы и были, нас слишком мало, чтобы защитить их. У нас нет снаряжения, чтобы справиться с зэками. А даже если бы и было, людей-то все равно мало. Тебе следует поговорить с лейтенантом Хейсом. Он в палатке, дальше по дороге. Держись с западной стороны, если не хочешь, чтобы подстрелили. Когда меня сюда назначили, мне казалось, будет больше развлечений. Меня зовут Джонсон Нэш. Муж Руби Нэш. Хорошо ли, плохо ли, но живу в Приме уже 8 лет. Я торговец, если уж на то пошло. Кроме того, я заведую местным отделением Махавского экспресса. У меня нету для тебя работы сейчас. Извини. Я расскажу тебе все, что смогу. У тебя есть распоряжение о доставке? Так это тебе дали распоряжение доставить одну из этих посылок.
Весь этот заказ показался мне крайне странным. Но от крышек мы никогда не отказываемся. Робот-ковбой просил нас нанять 6 курьеров. Каждый должен был доставить что-то свое. Пару игральных костей, шахматную фигуру и тому подобное. Из главного офиса сообщили, что оплата за 5 посылок получена. Похоже, именно твоя фишка не дошла до адресата. Первый, кого мы наняли на эту работу, потом отказался. Вот паразит. Надеюсь, ему это еще зачтется. И вот тут на сцену выступаешь ты. Да, он передумал, когда увидел в списке курьеров твое имя. Его аж перекосило, и он спросил меня, настоящее ли это имя. Я ответил, что само собой настоящее. Тогда он просто отказался от работы. Я спросил его, уверен ли он в том, что делает, деньги-то хорошие. Нет, пусть курьер номер 6 отнесет. Вот что он сказал. Типа Махави сама расставит все по местам. Потом он встал и ушел. Понятия не имею. Видать, вас в прошлом что-то связывало. Поэтому он так поступил. И даже от денег отказался. Не думаю, что дело было в посылке. Может, он подумал, что твое имя приносит неудачу. В общем, не знаю. Несколько дней назад один из местных искал припасы недалеко отсюда. Он сказал, что видел Франта в дорогом костюме с ребятами из шайки великих ханов. Они болтали о какой-то фишке. Мне все равно нечем заняться. Конечно, посмотри. Спасибо. Да. Пожалуйста, проходите.
Привет! Просто взять и уйти? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Достаточно? Ты случайно не собираешься спасти меня? Я бы скрестил пальцы на удачу, но руки затекли. О, я помощник шерифа Бигл. Меня взяли в заложники. Ну разве можно такое представить? Если освободишь меня, я буду крайне благодарен. Должен признать, это самый большой провал за всю мою карьеру законника. Подрывники ворвались в город ночью. Они убили мою сестру и ее мужа-шерифа прямо в постели, а я в это время спал в участке. Я стал вести за ними скрытые наблюдения, выжидая момент, чтобы схватить их и арестовать, и записывал все, что увидел. Увы, они обнаружили меня и привели сюда. О, это прекрасно. Думаю, я смогу выбраться наружу сам. Тут душновато. Ой, ну, конечно. Я бы не позволил тебе сражаться с моими похитителями с моей помощью. Ой, без моей помощи. Веди. Ух, какое было приключение. Мы преподали этим каторжникам урок, верно? Быть схваченным, освободиться. Нет, я не хочу преуменьшать твою роль. Конечно, это было захватывающе. Проблема в том, что в Приме все еще нет представителя закона. Что мы будем делать, когда в следующий раз заявятся бандиты и будут стрелять и брать заложников? Это должен быть человек, такой же храбрый, как ты, но стремящийся к оседлой жизни. Кто-нибудь, кто поселится здесь и будет присматривать за городом. Подрывники говорили, что в тюрьме сидит некто Майерс, который когда-то был шерифом. Есть надежда, что он справится. Другой вариант – НКР. У них тут лагерь. Возможно, они захотят взять город под свой контроль. Не знаю, почему они до сих пор нам не помогли. Ты сделаешь это? Это великолепно. Надо подумать о вопросах для собеседования.
одна из возможностей – шериф, который сидит в тюрьме НКР. Можно попробовать уговорить НКРовца, что через дорогу, взять нас под свое крыло. Хотя у военных свое понимание законов. Тебе сперва стоит побеспокоиться о парнях, которые хотят тебя убить. Ого. Тебе сперва стоит побеспокоиться о парнях, которые хотят тебя убить. Осторожно. Если не ищет неприятностей, расскажи о себе. Хочешь верь, хочешь не верь, но я был шерифом в одном городке на Западе. Если коротко, иногда правосудие запаздывает, и я его ускорял слишком часто. Ни о чем не жалею, но срок отсижу. Это честно, как по мне. Ну, если НКР устроит мне помилование, они просто должны это сделать. Мне понадобится твердое место.
Юридические процедуры, конечно, нужны, но иногда это просто трата времени. Учти, я должен иметь гарантии, что не окажусь опять в тюрьме. Ну хорошо, думаю, я просто тихо уйду, без шумных прощаний и вечеринок.
пошли отсюда. Достаточно? Лучше беги отсюда.
Во. Караванщик, гражданин, пилигрим или... Уважаю, самые лучшие слушатели на свете. Скажете, я не прав? Мне журналом заниматься надо. Вести учет перевозок через аванпост. Хоть нынче в основном идут сюда, а не отсюда. Если ищешь командира, то он там сзади. Правда, он человек занятой. Так что будешь с ним говорить, лучше не затягивай. И если тебе что-то из оборудования нужно проверить, мы тут все можем починить. Только заполни наряд на работу и распишись за запчасти. Паспорт утверждают, что возросший уровень безопасности, безусловно, стоит такой цены. Прим, там стоит взвод Хейса. У них какие-то сложности с беглыми зэками из тюрьмы НКР. А в чем дело? Напоминает вам о самом главном, что любить надо так, как будто завтра никогда не наступит. Потому что в Нью-Вегасе, кто знает, а будет ли оно, это завтра. Кого-то из подрывников? С ними вечные проблемы. Зачем нам бандит на официальной должности? Хорошо. Если он и так срок почти отмотал. Я попробую устроить ему досрочное. Для торговцев из Калифорнии Прим важная точка, так что если местный шериф будет нашим должником, это не помешает. Ну ладно, поставь подпись вот здесь, здесь и... здесь. Привет.
Привет. Эй! Спасибо за это помилование. Мы с парнями хорошо позаботимся о Приме. Не беспокойся. Сейчас всем заправляет Эдди с парнями. У них есть оружие и динамит, так что они заказывают музыку. Ты там поосторожнее.